Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить игру под названием Mad Max. Итак, в предыдущей серии я значительно уже понизил уровень влияния шлема на территории Красноглазки, но я продолжаю это делать. Я качнул гарпун до 4 левела. И теперь гоняю по пустоши, избиваю чучело, снайперские вышки и так далее. Поэтому я сейчас продолжу заниматься этим же. До чего успею дотянуться, то собью, уничтожу, завалю. И уже потом займемся каким-нибудь лагерем напоследок. За него дадут много опыта. Никаких лагерей. Никаких лагерей. Так, это, я так понимаю, тоже, да? Вышка нам... Нет, это вышка нам по карману. Вау. Вот это, друзья, называется полицейский разворот. Патрульный, я бы даже сказал, разворот. Оба! Как я, да, наколол систему? Так, а мы тем временем уже дымимся прилично так. Главное оторваться от этих ублюдков, а там починимся. Давай. Твою мать. Преследуют. Суки. Не дадут отремонтироваться в мирной обстановке. Это как копы в Сан-Андреас или в Вайс-Сити. То есть плевать там. Главное, что вот ты там ударил полицейскую машину. Они будут сами будут давить пешеходов, нарушать все правила дорожного движения. Главное, чтобы задержать такого злостного нарушителя, как ты. Тоже, да, нужен? Шестой. Нет, вполне себе достаточно и нашего гарпуна. Так, следующий. Вот сюда. Шел в жопу. Не отстает, гадина, вообще не отстает. Завались ты, свинища. Опа, ну-ка. Ах, не показал ты мне. А, все, застопорился. Значит, есть варик починиться. Ух, друзья, продолжаем мы. Продолжаем собирать нашего нового архангела для участия в гонках. Достаточно это муторно, занимает много времени. Но это надо делать. Я могу, в принципе, за кадром все это для вас сделать. Но думаю, почему бы не показать? Будет наверняка много интересных моментов. Нихера, на самом деле, интересного нету. О, еще 160 лома.
получили. Так, мы сможем здесь заехать. Ох, конечно, сможем. Прицел. Ах, нужен гарпун 6 уровня. Жаль. Тогда мы топаем вот сюда. Marksman. It's a sniper. Прекрасно. Залетаем просто чудесно. Ни-ха! Так, вон там еще. А, тут уже лагерь, да? Да-да-да, тут уже нефтяной... Тут перевалочный пункт. Топливный. Сюда мы не ходим. Сюда мы пока что не ходим. Хорошо. Так, вот еще одну пугало. Конечно, чтобы получить все плюшки для нашего шедевра и для Макса лично, тут прям нужно задротить и задротить в эту игру. Прям реально, тут надо все минные поля расчищать, все. Все, блин, конвои уничтожать. Все вышки, все нефтяные склады уничтожать. Это прям задротство мощное такое. Очень тихо. Достойно. Так. Так. А, тут конвой едет. Я вас понял. Так. Давайте вот сюда сгоняем. Почему бы и нет? А, вон там, да. Движется. Несется на всех парах. Можно было бы, в принципе, зарулить к ним. Но оно нам надо, правильно? Практически, что мы можем с этих конвоев получить, это украшение на капот. Вот, в принципе, и все. Какие следы на асфальте оставляет наш шедевр. Так, вон она. Опа. Отлично. Ну. Ах, еще, короче говоря. Еще одну пугалу. Завалим, если завалим. И все будет тип-топ. Я очень надеюсь, что эта пугала нам под силу. Хотя есть подозрение, что нихера. Ах, черт. Ну почему 6 уровень? Почему 6? Ребята. Так, а вот эти вот. А нет, здесь срань полная, да? Хотя вот тут что-то такое непонятное.
Давайте вот сюда сгоняем. Я не хочу просто на лагерь нападать, ребят. Правда. Меня так задолбало это. Я хочу продвинуться по сюжету. Мне интересно, что там дальше. Так, это там конвой едет? Или что это там такое? Да, это здесь нужен шестой. А если мы проедем вот сюда? Мы же никому не помешаем, правильно? И сейчас проверим. В принципе, нам одну вышечку завалить. Одну какую-нибудь сраненькую. Со сраненьким снайпером. Это же все еще территория... Да-да-да, это все еще территория. Ну... Ой, не только бы не свалиться. Есть. В гараже доступно улучшение. Прекрасно. Но у нас теперь нет лома. Гараж. Архангел. Теперь нам не за что это все дело купить. Нужно подождать, пока союзные лагеря накопают нам. И тогда уже мы сможем... Так, сколько нам надо? 900. 1200. 1300 лома. Ясненько, понятненько. Не слабо. Прямо скажем, не слабо. Это бы решило проблему, если бы мы какую-нибудь тачку завернули. Было бы просто чудесно. Просто отогнали бы в качестве... В качестве трофея. Ну, либо, друзья, либо мы будем сейчас кататься с вами и собирать лом по округе. Понятно, что 1300 единиц мы не насобираем. Ну, хотя бы. Ждать, когда наши бойцы раздуплятся и накопают нам его, напилят. Глупо. Поэтому будем предпринимать шаги самостоятельно. Так, тут ушлепки, да? Остальное, как могу понять, на крыше. Да. Да. Кстати, надо бы трофейным бензинчиком заправить шедевр. Ну вот, хотя бы столько. Вот я там видел канистру. Да уж. Вся надежда теперь на бойцов, на моих. Чтобы они добыли нам лом. Дальше.
дальше сюда. Кстати, можно было бы воды насобирать. О! Ля, какой фраер. Не понял юмора. Что это за шутки? Непрочный вишка. Непрочный вишка упал. Хера там что-то развалилось. Прилично так. Собрать 1300 единиц. С ума сдуреть можно. И подземелье ради подземелья. Видимо, да. Ох ты твою мать. Вот говноеды. Недоноски вонючие. Вы здесь не... непрошенные гости. Все. Одного лома хватит. Прыгаем и поехали. Так. Дальше у нас вот сюда. Путь лежит. Что там, кстати? А, там грифы находятся, да? Не, ладно, потом к нему заедем. А вы, ребята, не ищете легких путей, да? А мне нужно вот эту вот дверочку открыть. Там, как я понимаю, то, что мне нужно, лежит. Угу. Фу, чувак, опарышей. Кухня пустоши. Я бы на месте Макса так не рисковал своим здоровьем. Ой, фу. Ачивку мне, кстати, дали. Кухня пустошей. Стоп, не туда, не туда, не туда, не туда ты сел. Макс, не туда. Так, а здесь что-нибудь есть? В этих контейнерах. Нихера тут. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Лом. И еще. Все, 16 лома мы собрали. Всего у нас 244.
Сказать, что мало, ничего не сказать. Но, ребят, уж понимаете, геймплей он такое. Не знаешь, как затянуть время прохождения, придумай такие конченые задания. Это рецепт, который работает у всех разработчиков. Особенно вот у тех, кто разрабатывает такие вот игры с открытым миром. Типа Far Cry. Чтобы продвинуться дальше, сшей сумку. Чтобы сшить сумку, нужно там завалить 10 кабанов. Кабаны обитают только в одной конкретной области. Чтобы в эту область добраться, нужно пройти сюжетную миссию. Чтобы миссию сюжетную пройти, нужно освободить все аванпосты. Чтобы освободить аванпосты, нужно открыть все вышки в регионе. Чтобы открыть все вышки в регионе, нужно убить всех пиратов. Всех убить пиратов невозможно, потому что у тебя не хватает патронов. Чтобы хватало патронов, нужно шить сумку. Чтобы шить сумку, нужно убить кабанов. И это замкнутый, сука, круг. Вот так же и здесь. Так, здесь минное поле, здесь пугало. Давайте вот сюда поедем и наберем воды заодно. О, конвой. Ребят, не надо, я не собираюсь с вами бодаться. Отстаньте от меня. О, кстати, я чуть не проехал. Место. О, неплохо. Реликвия. Человек в каком-то кителе, весь в медалях, в значках. Вот где можно достать незарегистрированный автомат. Просто спроси Сашу. Пароль зефирки. Если только они его с того раза не поменяли. Если поменяли, сразу отползай, не то пристрелят. Если пароль примут, скажи, что ты от сержанта Рубинса. Тогда тебе и на патроны цену скинут. Сержант. О как. Так, а я все тут нашел, да? Нет, не все я тут нашел, подожди. Тут же еще можно и водички поднабрать. Насколько могу понять. И вот те ворота сорвать. И вот здесь вот пройти. Просто ж так это все. Да. А вот, кстати, и вода. Будет смешно, если я тут застрял. Во. Полная фляжка. Отлично. Так, ну и сюда еще, да? Сгоняем. Вот тут еще парочка. Хорошо. Прям вообще в тему.
Вау. Эффектно, эффектно. С тремя зарядами нитро шедевр преображается. Пусть и не так сильно, как хотелось бы. Но все-таки. Неужто тут никого нету? Только мыши. Хотя, что-то мне подсказывает, что... В этих подвалах имеются хозяева. И которые меня сейчас замордуют нахер. Ого. Чертила вонючая. Хотя бы трофеи с вас пособираю. А у вас тоже лома прилично, даже у обычных бойцов. Открываем. Лом получаем. Надеюсь, у шлепки, которые тут вокруг катаются, они проедут мимо. Не будут они тут нарезать. Нет, они уехали. Хорошо. Жестянщик и хорошая машина им не интересны. Знаете, ребят, что я подумал? Вот давайте эту серию мы закончим с вами. И эти 1300 единиц я насобираю уже за кадром, потому что, ну, в этом нет никакой интересности. Просто вот показывать вам, как я езжу, собираю, зачищаю лагеря. В этом нет ничего интересного, как по мне. Хотела я сделать красиво, а получилось... Как в шоу Бенни Хилла. Через одно место. Я думал, получится как в цирке пройти. Что-то там психуют. За дверью. У шлепки. Мне главное лом собрать. А на остальное насрать. Так, может тут где-то грампун есть? Бумпалка. Нет, тут больше ни хера нету. Ладно. Тупаем дальше.
Не хочу я полить канистру бензина ради этих ублюдков. Они мне все равно не подарят 1000 лома, так что... Смысл выеживаться. Опять подземные лаборатории. I'm going. Wait here. Yes, I will not leave her here. С подземными жителями. Да? Company! Да. Причем спящими. На тебе, гнида. О, хорош. Да. Сколько там лома? 553 уже, между прочим, друзья. Между прочим. Так, ну что, друзья, товарищи, давайте еще в какое-нибудь одно место съездим, вот сюда, например, и серию на этом закончим. Ух, да уж. Блин, 1300 единиц. Это с ума сдуреть можно. Чтоб все это говно купить, что нам нужно для этого демона скорости? Я бы на этой тачке всех сделал. Она тоже хорошая. Но нет, нам нужен демон скорости. Демон скорости, демон скорости, да. Почти что в 3D. Ай, давайте, знаете, что, ребят, сделаем? Полезного. Хорошего. Где Грифа? Вот он. Вот к нему мы сейчас и съездим. Проведем время с пользой. А, вон там и пыль беснуется, да? Потратим наши очки. Все наши жетончики отдадим ему. И заодно приобретем навыки. Во! Понял, что сделаем. Это будет интересно и полезно. Надеюсь, он не свалит, пока я к нему еду. Так, тут еще лом. Где-то должен быть. Да и хер с ним, наверняка тут его стерегут. Давай, 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 давай. Выбирает он, конечно, места. Эпичная. Еще хер доедешь. Подожди меня тут. Видимо, какие-то благовония здесь. Потому что накрывает нас мощно. Allies are a powerful aid. Even a dog can be a lifesaver.
You focus your loyalty on a dead thing. I can drive a car. I'll cross the plains with silence in a car. People. Да, ребят, хорошо. Я понял ваши философские мысли, но давайте перейдем к делу. Так. Больше лома. Чтобы находить больше лома в трофеях. Да. Пища восстанавливает больше здоровья. Максимальный запас. Да. Дольше применять оружие ближнего боя. Да. Дольше режим ярости. Да. Больше воды из источника, в принципе, не так стоит. Вот экономить топливо, да. Повысить урон атаки ближним оружием ближнего боя. Уровень славы повысить. Да давайте еще мелочиться, максимально повысим. Так, здесь 3, 4. Ах, блин, не хватает, ладно. Давайте получать больше боеприпасов. Вот так. Вот так. И вот так. Во, подтверждаем. Ну что, думаю, на этом все, друзья. Стоит серию завершить. Как я уже сказал, эти 1300 единиц я дособираю за кадром. Потому что это с ума сдуреть можно, сколько будет нудных серий. Они и так уже пошли не шибко интересные. А сейчас прямо и вообще будут, мягко скажем, бэ. Так вот, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был я, Антон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, читайте в Твиттере, играйте в хорошие игры. Всем удачи, друзья, всем пока!